Всем здравия! Вы находитесь на канале братьев Приходько. А я сегодня с друзьями Евгением. Всем привет! И Александром. Всем привет! Прибыли на Таежную речку. Речка эта очень узенькая, очень маленькая, совершенно не глубокая. Ну, местами есть где-то с метр глубина. В общем, решили разведать эту речку. Ну и, соответственно, вместе с вами ее будем разведывать, смотреть. Опускать иногда где-то, возможно, камеру. Я сегодня взял камеру, хоть и один, но постараюсь заняться этим вопросом. И исследуем для себя эту речку. Посмотрим, что здесь есть. Здесь, по идее, хариус должен быть. Ну, а будет ли или нет, увидим вместе с вами. Женя проход рубит. Встретили затор. Сейчас здесь окошко прорубит. И проедем. Во. Проедем. Ну давай опустим. Сейчас я выдохну, было кого-нибудь. Слишком быстро крутанулось, эй. Ну, в ближайших где-то 2-3 метрах никого. Не видно никого. Блин, а оттуда бурить. Или тут мелко? Походу дно. Ага, дно сразу. Тут такое течение, камера вообще никак не поворачивается. Вообще мелко на этой речке. Не видно. Поехали дальше. Приехали. Глубина есть здесь, в той нету лунки. О, трава. Да елки-палки. Да за траву зацепился, аж прям аж адреналин вылетел. Не ожидал. Тут тоже мелко. Камеру сунуть, что ли, пока. Тут вообще мелко тоже. Никого не вижу. Я вон тоже ножи свои подвожу. В дно въехал. Речка неизведанная, непонятно куда тут где-то.
Ну-ка давай. Посмотрим, что у тебя здесь. Вообще это жесть. Ну-ка, доедай. Да, кончик затуплен. Второй тоже. Ты их прям вот так бьешь. Вот так стукаешь, и у тебя они сюда загнуты. Да. Переворачиваем. Сейчас второй. Попробуем. Ох, этот совсем кончик забитый. Все. Больше тут ничего не сделать. Еще может быть получше побурит, а потом даже подводить нет. А у меня у самого тут. Побурит? Начал побурить, нет? А? Бурит? Ну получше. Получше. Да, я говорю, когда первый раз на речке, вообще ножи быстро вылетают. Все ж аккуратно вроде пытаешься, а все равно же не знаешь, где и как, и что, и куда. Вроде нормально будешь, а ну раз, и дно. До свидания, ножи. Да, мелковато. Как-то есть вода подо льдом. Ему хватит. Да не, они в том же состоянии. Как понять, где дно? Как поднять где дно? И толщину льда. Ну у тебя. У тебя вот смотри, ты буришь, идет, идет. Да, потом, да. Когда лед кончается, у тебя всегда тяжеловато. Ну да. Тебе всегда кажется, что ты что-то уперся. В основном всегда так происходит. Вот это вот проламываешь, и как раз это уже конец льда в основном. А оно все равно прокручиваешь. Провалиться. Ну как, прокручиваешь, да, провал идет. Вот так и узнаешь, что это лед кончился. Так это получается вот такая толщина. Ну он где-то вот здесь вот такой, короче, где-то вот такой, где-то такой. Я вот пока так самое мало нашел. Вот здесь как раз немного льда. Рыба, ты где? Ты хоть есть в этом водоеме, да? О, тут чуть глубже. Так, ну-ка я сейчас камеру опущу. В общем, исследуем сегодня водоем, да? На наличие рыбы, дна, коряк там, всяких на дне. Наши поубивать приехали. Ну, руки покачать. Жизни нет. Не, ну всякие там червячки, нимфочки, жучки. Это-то есть, скорее всего. Что-то я даже гальяна не вижу. Я думал, его тут навалом будет, если честно. Эх, я думал, рыбина, это дрова. Тут столько дров на дне. Как это я их не поймал? Тебе просто повезло, Сань. Вот тут вот вообще коряга просто лежит, длинная. Вот так лежит. Вот так. Ты, короче, между ними пробурил. Вот тут перед, а там после. Да. И если бы тут была бы рыба, то ты бы как раз сейчас должен был бы выхватить. Под корягу не могу заглянуть. О, не, под корягой тоже нет.
Над корягой тоже нет. Так, а это что такое? Сань, есть, подожди. Есть? Подожди, по-моему, хариус стоит. Вон, видишь? Где? Вот здесь сейчас будет появляться. С этого края смотри. Вот, вот. Вот, я его поймал. Видишь, в центре? Да. Это же, по-моему, рыба? Нет, нет. Вот, вот, вот это. Да что, не похоже на рыбу. Единственное, что он стоит, как говорится, не шевелится даже. Да нет, это не рыба. Это сук. А, может быть, да. Слушай, все, да, это точно сучок. Это не рыба. Не рыба. Никого. Тут яма, вот тут, наверное. Может, ешь, елка. Может, бурлит даже что-то. Может, карится. Ну, мне кажется, там что-то клювало. А тут не глубоко. Не глубоко. Палка. Здесь рыбы нет. Ну так вот, ребята, когда речка неизведана, часть пути иногда приходится ходить ногами, смотреть, как говорится, глазами, где, что, как лучше. А иначе и весной булькнуть можно. Так, ну я думаю, тут проедем. Все это обманчивое, у нас очень долго тепло было. Сегодня просто минус 10, и вот этот вот ледок, первый вы, наверное, заметили, когда мы бурим. Первый слой быстро пробуривается. Вот это вот подмерзло. А дальше вот как раз таки неизвестность. Вот видно, что здесь подмерзло. Здесь, может, это же и 15 было. В городе я смотрел. В 3 утра проснулся. Минус 10. У меня уже такие мысли посещают. А не съездить ли нам на Вуктылку? Ну что-то просто я не знаю. Или давай что, еще может пару поворотов. Отдохнем, чай попьем, пока сильно далеко не уехали. Ну что, разворачиваемся или еще проедем? Да поехали уже на Вуктылку, что делать или как? Я не знаю. Там далеко до Вуктылки вообще? Я толком не знаю, Сань. Я по этому профилю не ездил. Давай его сразу развернем, да, чтобы не дергаться. Не, вот сюда. Сюда и вот так же. Так. Все, вырублю. Хорош? Все, хорош. Вырублю. Так, теперь надо санки. О, видал уже. То, что намерзло, уже сломали. А, ну давай здесь. Я не пойму, по-моему, нету. По-моему, нету, да, глубины вообще. Что-то эта речушка вся промерзла. Бурите лунки, они золотые. Да? Женя, бурите лунки, они золотые. Что мне на это ответить? Не знаю, бурить просто. Что еще? Что тут еще?
А вдруг найдешь золотую свою лунку? Бывает такое иногда. Встречается. Да, Саня, дно. Да, так-то поворот, ямка должна быть, а ямки ноль. И это уже какой поворот. Сегодня, ребята, вы будете наслаждаться видами вместе с нами. Может, конечно, и найдем рыбу. Бури-бури. Вот кончился лед. Вытаскивай. Нет, ты не выбуривай, а вытаскивай тебя, потому что там не пробурено. Вот. Аккуратно. Аккуратно, крути. А теперь да. Вытаскивай. Вниз, вверх чуть-чуть. Во. Студент. Теперь удочку закидывай. Да. Иначе я быстро сейчас закину и вытащу твою харюзу. Давай, ты кинь сначала, может там глубины нет. Если есть глубина, то еще можно пробурить. Да не, я говорю, она промерзла капитально. Я просто знаю глубину этой речки. Чего мы пешком мы ее проходили? Ну вот так. А ну-ка опусти. Подожди, опусти. Стой, поднимай. Стоп. Опа, что-то есть. Где? Да есть там вода немножко. Опа. Есть. Хариус. Че, не стоит бурить еще одну? Да что тут бурить, воды нет. Буришь, а там днище. Мы так ролика назовем, да? В поисках нефти. Так, а где мы рыбу видели? В какой лунке? То ли он в той, то ли где-то тут. Вот в этой. Да, у меня не будет, надо был твой взять. Хана вообще ножам. У меня еще одна или две пары осталось. И больше всего вообще нету больше. Уже нет воды в этой лунке почти. Здесь рыбы нет. А, это он специально так сделал, да? В таком ненужном месте.
я же вроде тихо ехал везде. Мы упремся в нее. Ей мимо нельзя проехать. Вот это прикол! Тут даже снегоход не проломил. Смотри. Насквозь. Здесь смотри, где лед. Где-то сантиметров 5. А здесь, мне кажется, еще лучше будет. Я просто один проеду без вас. Че, сильно провалился? Да нет. Ручей форсируем. Там он переправу кто-то сделал. Как куда? Не туда. Как не туда? Смотри, мы как отдалились. Откуда отдалились? Ты куда едешь? Вот сюда? А мы вот здесь. Я не знаю, давай еще проедем. Да, путешествие, дай Боже. Куда едем, никто не знает. Отбил, да конечно, сколько едем. Профиль какой-то. Да, куда-то если так поехать, то оно выйдет, наверное, у нас на речку. Да, она получается близко отсюда, да? Ну хорошо, я думал, километраж тут какой, блин. Сейчас я, наверное, залью двушку, посмотрю, что по баку будет. Это не квас? Квас был. А сейчас? Бензин. Не знаю, сколько тут, 2 литра уже вроде, да? Или 2 250? Прям под горлышко. НЗ. Пошло в ход НЗ. Ездим, речку найти не можем. Другую. Нашли какую-то, да, но не ту. К
Короче, у нас опять столько же, сколько и было. Полный, прям полный, да. 6 литров. Не, ну нормально, да, погоняли, и еще сколько топлива есть. Я говорю, выручает его вот расход. Не едет? Поехать на устье, но она шире там будет. Да я вот смотрю. Спустимся мы тут. А я потом отсюда выскочу. Ну, короче, тут недалеко, да, до сюда, по идее. А ты куда хочешь-то? Ну вот смотри, ребята тут получается, да? А мы, ты говоришь, сюда хочешь? Да. Пойдем, наверное, перекусим, короче, и это. Пешком пойдем? Да, наверное. Я не знаю, что-то как-то это, боязно. Я не знаю, может, этот через лес прямую вот этот. Никак не получится. А я фиг его знает, может, получится, если не будет валиться. А вот здесь уже, конечно, я, наверное, не буду рисковать. А это даже пешком обходили. Да, здесь, видишь, след был. Ну, тут я точно выйду. Да я не знаю, Жека предлагает съехать. Давай перекусим, наверное, время все равно 12. Уже как бы тут клев не клев, мы давно прозевали. А где стол у нас будет? Сейчас. Сейчас все будет. Да, что-то я даже подустал. Руля крутить, все это искать, места эти. Плюс
Можно попробовать здесь, вот плёс. Потом вот плёс будет. Давай, я сейчас проеду, ты там сядешь. Да-да, я видел, везде забурено. Здесь уже, видимо, хорошо рыбачат. Там, видать, ночевал кто-то. Дрова лежат, остатки. Мы так же складываем просто. Вот, видать, так тихоньку тут и ловят где-то. Мне тут страшно ходить. Да, вообще тут, Саша, так-то не страшно. Ну как, страшно, но не сильно. Провалился? Ну это первый. Блин, вот это плохо, что он все равно валится. Я думал, здесь он не будет. А здесь он, скорее всего, да, это вот, ну, как сказать, целиковый лед. Так, у меня, похоже, бур окончательно сломался. Потерял болтики все. О, а тут шуга еще подо льдом, да? Да, я говорю, шуга подо льдом. Какая глубина нормальная. Где рыба? Ну тут также могли выбить. Речка, видишь, какая маленькая. Тут харюс, он можно посередине бурить. Он хоть где увидит твою наживку и добежит до нее. Тем более, если тут вода более или менее чистая. О, есть. Есть, вот он. Есть. Ты куда? Так и знал, что по снегу не стоит. Блин, аккуратней, Сань. Чё? Хо, щучку поймал. Нехило. Чё, может, собираемся дальше? Пойду-ка я пешком пройдусь. Сиди, сиди, я пешком пройдусь. О, провалился. Нашел свою дырку. Да. Нормально. Так, это уже опасное дело. Дальше ехать. Там он вообще, походу, промойно. Не похоже, а промойно вон. Как разворачиваться? Не знаю. Что, не поедем? По идее, вылазить надо. Постоять в тех или в те сани. Слышишь? Тихо, тихо. Ты тоже валишься, не да? Не поедем, да, туда? Короче? Ну, а как ты проедешь? Там все. Во-первых, я вот там валюсь, а там промоина. Видишь, вода вышла. Ага. И за ним еще какая-то вода идет. Я там просто уже не дошел и не вижу. Ну, вот там, когда съезжали на лед, и с берегов здесь дырочки, вот вода, то есть лед прогибает. Потом туда подойдешь, Жень, там развернемся.
вон, пускай, отпускай, отпускай, Жень. Во, все. Не садись, не садись на него. Вот это да. Конечно. Мы вот подъехали, и вода пошла. Вон, смотри, подъехали, видишь, вода выходит, давит как. Да вообще опасно уже. Где-то, наверное, последняя такая поездка в таких местах. Слушай, ну вот болт-то мы потеряли, вот это вот опасно. Ну да. А нету такого? И нету, наверное. Вверх, вверх, вот такой тонюсенький, и смотри, сразу же у нас. Сразу же. Во, так я же тебе говорю, я же провалился, видел как? Насколько глубоко. А если бы там еще льда не было, я бы, считай, пошел бы уже на дно рыб кормить. Так, вот этот, конечно, подойдет, но он слишком длинный. Так, вот так сделаю пока. А у Жени там, смотри, нормально. Тоже под самую ручку, да? Что-то мелко, походу, все равно. Может, там ямка? Ну да, смотри, тут прям. Вообще. Не знаю, как у Жени там, но тут мелко. А тут что с глубиной? Тоже мелко, что ли? Может, и не стоит бурить дальше. Ну да, тут такая же. Мелко, Женя. Рядом, помнишь, тоже места были. Можно на те места, где были. Тут, видать, то люди знающие, наверное, бурили, правильно? По-любому. Ну вот там и будем останавливаться, потому что я что-то, ну фиг знает. Скорее всего, здесь было бы тоже набурено, если бы кто-то знал чего-то. Там все, не проехать. Не проехать? Не, ну мы по крайней мере испугались на своем. Мы сами, я вот так провалился. Да я тоже в одном месте провалился. И... А там тоже ноль. Лазили, лазили, лазили. Если бы брал, он уже брал. Конечно. Да? Камеру пускали, тоже пусто. Да? Ну тут очень плохо видно, но где пускали, ничего не видно. А вы туда на слияние доходили сначала, не? До слияния не дошли. Не дошли. Хоть бы одна где-нибудь для... Просто для приличия. Так. Хоть бы просто оторвало, да, леску, да? Так я говорю, хоть... Хоть вместе с удочкой, хоть кайф поймаешь, чтобы увидел, что действительно там есть все-таки рыба какая-то. О, Женя, ты сегодня не нападался еще? Вокруг бура катается. Ералаш сегодня целый. Че, поедем дальше, там разбурим.
по разбуренным поедем, я не знаю. А вы тут не разбуривали чужие? Не, вот мы сейчас? Вот... Нет, там по... Ну вот здесь вот чуть-чуть разбурили. И тоже нету, да? Нет. Тоже лунки, по-моему, вот все было, да, мы ехали. Разворачивались, видать, проехать не могли. А я еще смотрю, тут смотри, какой след широкий. Такое ощущение, что тут на аэролодке кто-то шел. Прям, ну вот широкий след. Вон, вот, вот там вот видно хорошо. Смотри, это не бура, а не след. Видишь? Справа. А, это уже выезд. Да, уже выезд. Так, что здесь? Метр. Жека, тут всего метр глубины, походу. Здесь днище. Тут днище. Что там, днище, Вань? Ну, всего метр со льдом, короче. Короче, я складываю. Да, я тоже думаю, что это последний заброс. Вот так вот встретили нас речки сегодня, да? Напоследок одного хорюска мне и домой поедем. Ага. Какого? Грамм на 20. А, любого, чисто так. Доставайте чай, май, сейчас подкрепимся, да попрем. Так, ребят, в общем, все. Умаялись, вторая речка. Убурились, умаялись, в общем, нету рыбы. До нас тут побывали люди, видимо, что-то поймали. Ну, нам что, я один поймал, Женя там две рыбешки поймал, и все. Мелочи еще немножко подпускали. Тут ребята еще были, встречались с нам. Тоже ничего, но они вниз ездили, пусто. Опоздали мы в этом году на эти места. Вот, сейчас подкрепимся и домой. Вот такой вот сегодня заезд. Так, вот это у нас остатки еды. Кушаем и отправляемся домой. Немножко будет обратной дороги. А кому не интересно смотреть обратную дорогу и природу, попрощаемся с вами. Желаем вам счастья, мира и быть добру. Всем пока. Хейтерам привет. Всем пока. Надо, сами идите туда, поможете мне. Не сильно, только вверх поднимайтесь. Где-то там метра два еще не доходя. Сейчас будем форсировать вот этот крутой подъемчик. Ничего не надо. Вот конь настоящий. Залетел, красавчик. Ага. Осталось еще вот эти профильные дороги пройти и все. Жень, тебе понравилась рыбалка? Нет. Нет? Ну это тренировка сегодня была.
глухарь. Вон глухарь ходит. Взял, спугнул, я хотел вот так встать, поснимать его. Это приколись. Такой глухарь-то не мелкий был, да? Вот это приехали. Вот это да. Вот это приехали. Ударился, что ли? Вообще прям закинуло. Тут опять. Вот это опять застрял. Давай, сейчас зажму. Давай. Заехать, заехали, надо и выехать. Опять 25. Тихо, тихо, тихо. Мотор нагрелся. По лесу, видишь, нагрузки много было, и сейчас вот в гору. Все на месте? Бура нету, да? Бура нету. А где она перевернуться могла? А вот где речка, наверное. Ну вон там вот получается, метров 100-200. Вообще, одни приключения сегодня, я говорю. Давай хоть одни отцепим. Ну вот эти отцепи, да.
Сейчас я схожу туда. Вот оторваться оторвалась штучка эта, а где вот... Ну я вижу, что тащили уже. Я же говорю, скорее всего, вон бур лежит. Ну вот там просто была кочка последняя, где вот вроде плохо, а потом проехали. Вот и надо было посмотреть. Я говорю, приключения сегодня просто вообще не без потерь. Ну нормально, нашли. Вон штучка эта лежит тоже какая-то. А где ремень? От него оторвано, да? Да. Фу, ну хорошо нашли, пойдем, должно нам хватить бензо обратно. Фу, вот это денек выдался сегодня. Стоп, 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 подожди, стой. О, давай, давай. Давай, стой. О, есть. Все, хватит. Фу. Смотри, что потерял. А зачем ты волокушу-то потащил, я не пойму. Не знаю, чтобы это не потеряли. Не скучно было? А как бы мы тебя потеряли, ты что? Что ты, цепляй волокушу. Как где? Ее вообще не было. Да, она была, и ты ее потерял. Мы ее нашли. Мы ее вот только туда шли. Вообще сегодня все теряем. Все вот что-то... короче, в лесу нашли. Да. О, в лесу нашли. Прям в лесу? Давай ж туда заехали. Ну, поехали. Ну, интересно, кто это тут у меня двери в УАЗике открывать пытался? Видал? Пытались открыть. Ну, дверь-то закрыта была. Ну, ничего там, не взломано. Ну. Кто-то туда шевелил. Ага, вообще шевелил. Красавец. А кто-то дверь пытался открыть. Я говорю, день приключений сегодня. Все, кто родился в СССР, всем привет. Силы потратили. Да, ребят, бензо сегодня спалили вообще немерено. Километраж намотали немеренный. На УАЗике-то сюда доехать, полтинник. Вот такая вот у нас выдалась поездка. В общем, будем собирать все вещи. До связи, как говорится. Фу, ребят, добрался. Я домой не стал включаться по дороге. Кое-как добрался. Дорога обледенела, УАЗик мотыляла. Раза три чуть не вылетел с дороги, ехал то 40, то 50, то 30, все равно гололедица. И все равно, знаете, что я хотел сказать, почему я включился. Хоть ребята немножко и расстроились там, убытки потерпели, как говорится, сегодня, там силы очень сильно растратили, там кое-что там удочки поломали в связи с переворотом, там у Евгения, там бур чуть не потеряли, но слава богу, как говорится, нашли. Но в целом у меня настроение хорошее, впечатление об увиденном. Очень даже хорошая. Плюс ко всему, в очередной раз испытал мотобуксировщик. Промысловик показал себя довольно-таки, ну, хорошо. Я удивлялся с некоторых моментов. Все думал, как он там будет вот в таком лесу вот себя вести. Ну, довольно-таки неплохо. И вот когда на деревья наезжаешь, я, конечно, думал, переворачиваться будем или еще что-то. Нет, относительно как-то вот он держит центр. Понравилось мне.
Плюс ко всему, я побывал все-таки в тех местах, где, в принципе, уже давно хотели. Конечно, обидно, что в этом году промерзла одна речка, а там должен был хариус быть. Может быть, он там и есть, но, в общем, надо искать конкретно ямки, знать. А может, в этом году его там и нету в связи с промерзанием. Хоть и зима не такая была, но я удивился. Вот. И второе место, вот уехали в Верхний Вуктыл, так называемый. Там тоже давно хотелось побывать. Вот случайно сегодня туда заехали из-за того, что на одной первой речке совершенно ничего не было. Видели, сами подводную камеру опускали. Не знаю, в общем, настроение у меня лично хорошее. Если не тяжело, напишите слово какое-нибудь, а какое. Дедуаз не подвел. Я тогда буду знать, досмотрели вы этот ролик до конца или нет. В общем, ладно, всем удачи, ребята. Пусть вам повезет больше, чем сегодня повезло нам.